Здравствуйте, говорю всем тем, кто продолжает оставаться на телеканале Мамандыш ТВ, теперь уже для того, чтобы посмотреть традиционную программу от всей души. В студии с вами я, Гульназ Кадирова, и именно мне предстоит сегодня озвучить имя главной виновницы торжества, а значит и главной героини сегодняшнего эфира. Зовут ее Татьяна Ивановна Матвеева. Живет эта прекрасная, обаятельная женщина в деревне Васильево, и именно ей сегодня, 14 октября, исполняется 50 лет. Уважаемая Татьяна Ивановна, именно в ваш адрес звучат самые добрые, искренние слова поздравлений и пожеланий. Во всяком деле, мастерица, человек слова, умница, неунывающая и умеющая находить хорошее даже в самом обычном. Вот такая она, наша милая супруга и мама, которую сегодня мы так рады поздравить с юбилеем. Как бы ни был сложен сегодня мир, прекрасно, когда человек остается самим собой, не прячась за масками. Наша любимая мама именно такой человек. Приветливая, искренняя, веселая и поэтому всегда окруженная друзьями. И если мы все сегодня расскажем о том, какая она замечательная, то, наверное, засидимся до глубокой ночи. Поэтому мы просто поздравим ее с днем рождения и пожелаем ей в жизни еще больше солнечного света и настоящего женского счастья. Дорогая наша, в тебе соединилось воедино тысячи талантов, и для каждого близкого человека в твоем сердце найдется уголок. Не беда, что годы мчатся очень быстро. Это правда, что их не вернуть. А надо ли? У тебя за плечами такой интересный, полный приключений путь. Об этом не нужно жалеть. Ты так дорога нам, что в этот день мы желаем тебе одного – оставаться для всех нас именно такой, какой ты была все эти годы – заботливой, нежной, доброй, чуткой, ответственной. Счастья тебе! Мы тебя очень любим! Судьбу благодарю, что много лет назад, как ясную зарю, твой подарила взгляд. Пусть холод за окном, но если рядом ты, любой теплеет дом, в снегу цветут цветы. Светла твоя душа и весь твой облик мил. Творца благодарю, тебя он подарил. Любовь всегда права, нет для нее преград. Ты у меня одна, я каждой встрече рад. В горящую избу не входишь, изба, слава богу, цела. Но знаем, под сердцем ты носишь на 30 пожаров тепла. Желаем, чтоб хрусталь твоей мечты не смог разбиться о скалу несчастья. И чтоб весной, когда цветут сады, глаза твои всегда сияли счастьем. Желаем, чтоб счастья было много, чтоб радость верной спутницей была. Чтобы всегда на жизненной дороге тебе хватало ласки и тепла. С любовью, супруг Петр, дети Дима, Денис, родные и близкие. Телеканал Мамадыш ТВ к этим замечательным словам от всего сердца присоединяется. С юбилеем вас от чистого сердца. Принимайте музыкальный презент. Чисто поле, к ночи будут холода. Ой, ты горюшка, ты горе, моя горькая беда. Первый снег не за горами, на калине снегири. Над нами только плачут журавли. Калина красная, калина горькая, опять мне выпала разлука долгая, разлука долгая. Я под утро рано встану, мерзлых ягод соберу,
душе сквозную рану крепкой ниткою зашью. Снегирей не распугаю, в путь дорожку соберусь. Эх, Калина, я же знаю, что навряд ли я вернусь. Калина красная, Калина горькая, красная. Дорогие друзья, на этом программа «От всей души» подошла к своему завершению. Еще раз хочу напомнить телефон рекламной службы для ваших заявок 3-30-47. Пусть праздников, знаменательных и замечательных событий в вашей жизни будет больше.